Сегодня, 16 марта, сотрудникам ТГК-14 могут представить нового генерального директора. Об этом корреспонденту «Запру» сообщили источники внутри компании. 4 марта этого года первый заместитель генерального директора Юрий Дорфман освободил свою должность. Позже, 14 числа, в местных СМИ прошла информация об увольнении генерального директора Алексея Лизунова. Однако в пресс-службе организации информацию опровергли. Напомним, в январе текущего года стало известно, что теплоснабжающая организация ТГК-14, работающая в Бурятии и в Забайкалье, сменила собственника. Владельцем больше 90% акций стала дальневосточная управляющая компания, которая больше 12 лет управляет энергоактивами на территории всего ДФО.